Всем доброго времени. Сегодня у нас очередная серия продолжения кофейного дневника. Вот, сегодня мы будем открывать и изучать такой вот кофе. Это Jardin Professional Line Crema. Этот кофе я приобрел по отзывам соклубников. И распаковку провожу, опять же, по огромной просьбе друзей, чтобы посмотреть, что уже находится внутри. Кофе под Professional Line отличается от того, что продается в магазине, более такой скромной упаковкой. Вот, ну и, соответственно, цена, да, там 700 рублей, по-моему, вот килограмм кофе. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь есть название, да, то есть это у нас Crema, крепость троечка из, ну, судя по точкам, из 5 возможных. Бразилия, Эфиопия, Вьетнам для кафе и ресторанов. Ну и мягкий вкус. И посмотрим, что у нас есть с обратной стороны. Все, балекуя. Кофе жареных зернах, Jardin Crema, средний обжаренный. Ну, что интересного, адрес производства России, Ленинградская область, Всеволожский район. Ну и, в общем, больше ничего интересного. Дата, ну, только тоже дата. Ну, будем считать, что это дата расфасовки. В принципе, вот так вот можно открывать. Ну, упаковка, кстати, вот сразу. Имейте в виду, что упаковка клапан есть. Никакого ни зипа, ничего. Сверху на упаковочке нет. Так, ну что, берем ножницы, открываем. Ну, кажется, торжественная музыка. Ну что, все в целом, ну, хотя вот есть такие поломанные, но очень ароматное кофе, прям сразу аромат бьет в нос. Ну как-то могу сказать, что вот видите, есть отбраковочка, ее, конечно, немного, давайте попить. Ее немного, но она есть. Есть неравномерность обжарки. Попадаются недообжаренные зернышки. Но так в целом пыли какой-то, грязи нет. Все достаточно, ну, неплохо, я говорю, за исключением вот этого. То есть, ну, на 4, может быть, на 4 с минусом. Вполне себе, по крайней мере, визуально можно кофе оценить. Попробуем заварить. Ну, посмотрим, что получится. Сейчас я вам попробую более крупным планом зерно взять. Ну, как-то так вот. И упаковочка. Ну, опять же, повторюсь, что кофе ароматный, но, судя по цвету обжарки, далеко он не средней обжарки, а какой-то, не знаю, по моим ощущениям, ближе к темному. Поэтому не знаю, цена невысокая, то есть я говорю, там порядка на Яндекс.Маркете он там 700 рублей вышел за килограмм. То есть цена невысокая, но и пока, скажем так, ничем особо он визуально не впечатлил. Где-то отдаленно там шоколадка сейчас промелькнула. Но по вкусовым прям ничего на упаковке не указано. Ну, вот как-то так. Всем спасибо, всем пока.